Так уж устроены люди, что пока их не беспокоят зубы, они забывают про стоматологические поликлиники. Кариес, пульпит, периодонтит – сухие, на первый взгляд, термины, но объединяет их одно – мучительная боль. В самый неподходящий момент она может настигнуть человека. И тогда все бегут на прием к стоматологам. И, несомненно, каждый желает получить качественную медицинскую помощь. Стук зубов, измученные люди в очереди на прием, страх перед врачом. Сегодня все это в прошлом. В Славянской стоматологической поликлинике методы лечения, технологии, оборудование, медицинские препараты – все самое современное. Одно из главных условий качественного лечения зубов – это возможность работать на новых стоматологических установках. Вот и в Славянской стоматологии на днях появились 6 новых кресел. Было закуплено 6 стоматологических установок, автоклав, стерилизаторы воздушные, камеры бактерицидные. Все оборудование соответствует современным стандартам качества. Теперь пациентам нашей стоматологической поликлиники мы сможем оказывать комфортную и качественную стоматологическую помощь на современном оборудовании. Часть средств на покупку нового оборудования была выделена из районного бюджета, другая часть – из собственных средств стоматологической поликлиники. Но на этом обновление устаревшего оснащения не закончится. Каждый год в рамках государственной программы «Модернизация здравоохранения» будет приобретаться новое современное оборудование, что позволит славянцам получать качественную медицинскую помощь и эффективное лечение без боли. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».